Привет всем. Сейчас снимал видео, вторую часть о главном арбитре из книги и реальной жизни. Так получилось, что фотоаппарат сотка была перевернута, и когда я ее загрузил, хотел посмотреть, видеосъемка прошла в перевернутом виде. Мне это не понравилось, я немного расстроился. Удалил все, начал готовиться для повторного снятия видео. И здесь произошли такие случаи, когда я обнаружил еще одну информацию, которая, ну, наверное, впечатлила меня. Вас впечатлит она также. Это будет рассказано о Сергее Терехине. В общем, я сейчас пересматриваю весь материал, составляю текст, буду по-новому. Как будет все готово, я опубликую видео. Всем всего доброго.